Конфликт произошел из-за парковочного места между гражданином, руководителем организации, которая находилась по данному адресу на проспекте Большевиков, и гражданином, который подъехал на автомобиль данного места. В результате конфликта в отношении водителя автомобиля была применена бита и травматическое оружие. Мужчина был госпитализирован в больницу, ему оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проведена последовательная проверка. Стрелявший гражданин был доставлен в отдел полиции. У него было взято объяснение, он был допрошен. В настоящий момент передаются следственные органы для принятия процессуального решения.